Ну, нарешті до нашої студії завітала вже Олена Діченко, мама експерт з вебруслінгів, лінгів і так далі, як їх не можна назвати. Для мене це справжній шок. Я вітаю тебе, Лена. Ну, Ми тут з Вітєю допомагай. Доброго розглядали, дня. думали і бронежилет, і рюкзачок. Не знаємо, як його правильно одягати, що з ним робити. Чекаємо на вашу пораду. Ось дивіться, це називається такий засіб для переносу дитини me and you. Тобто ти, я і дитина. Дивіться, якщо ви його вдягнете на себе, можна на вас? Так. Так, буду тренуватися. Зараз я згадаю, як це робиться. Давно це було вже. До речі, взагалі, стосовно практики, тому що ми дивилися сюжет, бачили, як це все робиться. Ні-ні-ні. Ой, вибачте. Так. А я думала, ні, це на плече. На плече? Вдягайте. Так. Руку сюди. Ні, отак. Боже, це сюди. рівні Там. Ні, так ви. Зараз. Де? Боже О, мій, дивіться, яка що вони тут виструнка. роблять? Так, О. дивіться. Ото це совіцька мене може так возити на зйомки. Цей засіб, ну, слінг, так? Він розроблений для того, от ви йдете в дитячу лікарню, так? Від перший рік кожного місяця дитину водять до лікаря на профосмотр. Ми його назвали технічний. Ну, як машинку. Сюди дитинку ви садите. Мурзик. Так, ну будемо. Сьогодні нас там мурзик. Кріпиться, ось бачите, тут. Змієчки. Так, змієчки. Це кріпиться, це для головки. Бо дитинка маленька, це з нуля. З нуля до руки. Тобто для того, щоб голова нормально не хиталась, так, було зручно. Потім тут є пуговки, якщо вам треба, якщо дитина маленька, худенька, так. Дивіться, якщо вам треба покормити, ну, нагодувати дитину, ви легко розтібите, це, ну як, Боже, такий дуже справи пішов. Зручний, так, ну ми не будемо показувати, як музика кормить, годувати. Совіцька ще не час. Так, потім, якщо дитина заснула, ви тут розтібаєте зверху і знизу. І можна покласти. Так, кладете дитину на крова. Ну, взагалі, от тебе просто такою по практиці, удобно, ні? Дуже зручно. В мене старша донька, і в них різниця 5 рочків. То я в садочок ходила, на всі її святах, ну, разом з Микиткою. Так. А чи немає якогось навантаження на маму? Тому що, ну, мурзиком тобі... поверніться, будь ласка. Так, ваші. Волоси гарні. Бачите? Да. Тут ортопедично. Розраховано на маму. Підтримка тут. Так, якщо дитина там, мама, ну, знаєте, як у велосипеда, ой, у мотоциклістів є екзоскелет, да? Да. Вот, здесь очень удобно, и оно с массажным эффектом. То есть распределён вес и нагрузка так, что мама не ощущает. Я носила, у меня Никита до годика был очень крупный. Да. То есть мама несет ребеночка ребеночку хорошо и маме массаж. Да, и вы можете его кормить, а он, ну, то есть... Мамочка с удовольствием будет носить именно в таком приспособлении, массаж бесплатный, как-никак. А да. Вот второй. А второй давайте снимем. Как мультика достаем. Аккуратно ложи ребенка. Он даже... Так, а теперь руку. Да. Опа. Да. Ну это, а когда ребенка снимаете, вот полностью впереди оно расстегивается. Так. И другий наш бронежилет. Второй это мне брат с Америки привез. Да. Это уже для деток, которым, знаете, у меня когда была Маша маленькая, были тканевые. То есть надо было обматываться. Обматываться. Ну, скажем так, было удобно, когда она спит, когда положить ее нужно, ну, что-то схожее, покормить. То есть я накрыла, и никто не видел, что я делаю. Ну, ребенок, да? Не сглазили, як кажуть. Вот. А брат мой по работе, он часто в Америке. И он увидел такой, на, вариант, да, такой вариант, они придумали. Смотрите, здесь вообще легко. Сейчас. Вот, смотрите, одеваем. Все, ваша голова, да. Вот, а это. Ой, я не расстегнула, извините. Сейчас, это прям уже на. Я теперь такая. Уже двинута мама. Да. Смотрите. На опыте будешь. Сейчас. Здесь все фиксируется, здесь удобно. Он рассчитан, здесь ребенка можно носить, я Никиту носила с 2 до 3, до 4. А-а-а. Если ребенок тяжелый, то, конечно, тяжеловато. Подушечки специальные, видите? Не давило на плечи. Да, не давило на плечи. Здесь специальный карман, мобильные, телефоны. То есть сумка маме не нужна?
Нет, абсолютно не нужна, очень удобно. Вот, тоже распределен вес, ну, не так, конечно, хорошо, как здесь, но здесь просто рассчитано, что вы не целый день, а вот вам надо с ребенком в транспорт сесть. А здесь даже, я смотрю, для ребенка капюшончик. Смотрите, если ребенок заснул, или солнце, специальная музыка где-то там. Вот. И видите кнопочки, да. То есть вы фиксируете. У меня, когда ребенок засыпал, я фиксировала. Ну, я не умею медленно ходить. Мне везде надо куда-то бежать, бежать, да, всегда. Вот. И род деятельности такой, да. И получается, вот так вот закрыла, и все. Даже не надо рукой придерживать. Ребенок спит, ему удобно, а солнышко даже от дождя. Ну, я думаю, на маминой груди вот так спать хорошо, носит, так и все хорошо. Я хочу сказать, что очень удобно. Я не знаю, насколько удобно это с ребенком, что мурзик очень легенький, но все равно удобно, не нужно ничего здесь поддерживать, и руки у мамы свободны. Ноги ребенка, вот, да, они вот здесь, то есть в легком. И причем здесь, вот в этом слинге, можно и здесь, как вперед, так и назад, вот, вот здесь вот для ручек. Вот я только хотел спросить, да, что можно же ребенку интересно смотреть вперед вот так, и видеть, куда да, и что идет. Да, а здесь то же самое, только здесь мягенькие специально прокладочки, чтобы когда ребенок вперед смотрит, он такой, знаете, как жабка идет, мама идет, а ребенок там, да. Реально круто, как бы, да. Ну, вообще, вот по практике, сколько, до скольки можно лет носить и сколько мама еще выдержит по весу? Ну, я, допустим, я Никиту носила, мы вот на все мероприятия, да, ходим, то здесь я его носила до года, вот, до 9 месяцев, потому что он у меня очень крупный был до года. А в этом я, потом я носила в слинге, ну, обматывалась, а здесь я уже носила его, ему было год и 6. И вот буквально мы перестали носить перед летом, вот когда в мае, апрель я его еще носила, он легенький, у меня такой миниатюрный мальчик, вот, и нормально, то есть, знаете, мне все говорили, Лена, да, от чего ты, куда ходишь, какая тренажерка, я говорю, берем слинг, одеваем. И идем, куда нам надо, с ребенком. Ну, реально круто. Ну, що ж, я хочу подякувати зараз нашому експерту. Підскакую аж до вас. Тому що, дійсно, від цих бронежилетів тепер ми знаємо, як з ними робити і що з ними робити. Савіцька тепер підготовлена мамою. Ну, я тепер готова стати мамою, тому що я знаю, що мамою бути зручно. Дитина на руки взяти. И благодаря вот этим приспособлениям вам удобно, и максимально ребенок ближе к вам, он всегда с вами. И вы знаете, когда вы идете, и ребенок засыпает, а он засыпает на маме очень быстро, или на папе. Кстати, папы, эти вещи, эти слинги вам тоже очень помогут, да, и папы тоже могут. Но примиряєш? Примірюємо, примірюємо. Після ефіру. Да, після ефіру спробуємо, мені чорненький подобається. Ну що ж, друзі, ось так, була в нас Зося Ковенеченко, експерт з вибору слінгів, мама із великим досвідом уже, тому що знає про це все дуже добре.